Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня пару минут. Я в последнее время не люблю долго. Как вы думаете, как еще можно поднять свою энергетику и получить удачливый день? И делая это каждый день, получить удачливую жизнь? Очень простой способ даю вам сегодня. Зарядите ваш завтрак солнечной энергией. Налейте чашку кофе, чашку чая. Это будет напиток, кто что пьет. Поставьте его на окно. Если нет окна, поставьте его на стол. Если светит солнце, и вы поставили напиток на окно, вам больше ничего не надо делать. Оставьте напиток на минутку, две, и просто скажите что-нибудь позитивное. Например, сегодня удача светит мне, сегодня я наполняюсь любовью, сегодня успех сопутствует мне. А потом просто выпейте этот напиток. Если солнца нет, или окна на кухне нет, и лень идти к этому окну, просто представьте себе, что солнечные лучи светят прямо в ваш напиток. И произносите те же самые фразы. И будьте уверены, ваш день пройдет прекрасно. Счастья вам, мои дорогие. Люблю вас. Пока. Пока.